Зрители в ожидании, а за кулисами еще идут последние приготовления. Гримеры помогают создать образы с помощью маркеров и красок. Актеры, словно перед экзаменом, используют последнюю возможность для повторения текста. Сильно волнуешься? Безумно. Режиссер Лариса Гейлис настраивает всех на рабочую волну, чтобы премьера прошла без сучка, но с задоринкой. Не волнуемся. Как-то репетиции. Мы выдаем все, все эмоции на гора. Да? Мы итальянцы. Это пародия на итальянцев, но все равно жестикулировать мы не забываем. И вот спектакль начался. Комедия с итальянским темпераментом не дала скучать зрителям. Авантюристическая жилка одного из главных героев пьесы, Лоренцо, далеко завела его в поисках подруги. Чтобы запутать следы, он подсовывает сестре мафиози Коломбине фото и адрес своего добропорядочного друга Фабрицио. После чего 2 часа друзья пытаются выйти из трудного положения. Я злюсь! Потому что ты меня бесишь! Нет! Актерский дуэт Александра Родителева и Кирилла Музалевского покорил зрителей. Подожди, куда ты держишь? Ты выслушаешь меня или нет, а? Что мне, черт возьми, остается? Ну, вижу, ситуация гораздо проще, чем кажется. Кто? Ты? Она придет сюда. Да. А ты притворишься дебилом. Ну, у тебя получится, и ничего не останется, как только убраться к чертовой матери и пожалеть тебя. Ага, дебилом. Ага, да. Экстравагантно, конечно, ты справишься. Мы похожи, один типаж, мы 2 брата. Чувствуем друг дружку и ждем. В спектакле присутствует чуть ли не все, чем характерен комедийный жанр. Подмена героев, переодевание, потеря памяти, явление сумасшедших и бандитов. Но пересказывать сюжет нет смысла, это надо увидеть. К слову, следующий премьерный показ состоится 27 марта в 16 часов. Спектакль также можно будет посмотреть в онлайн-трансляции в сети во ВКонтакте в группе «Видное ТВ». Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская. «Видное ТВ».